Вопросы безопасности в период пасхальных праздников обсудили на совещании у главы Чувашии. Богослужения крестной ходы пройдут во всех 175 храмах республики. Ожидается, что в них примут участие не менее 35 тысяч человек. Михаил Игнатьев обратил внимание руководителей органов местного самоуправления на необходимость дополнительных антитеррористических мер. При этом надо предупредить население, что будет усилен контроль на входах в храмы, установлены рамки металлоискателей, чтобы люди отнеслись с пониманием. Праздничные пасхальные мероприятия пройдут в учреждениях культуры и образования в местах массового отдыха. Охранять правопорядок в эти дни выйдут усиленные наряды сотрудников органов внутренних дел.